Во дворце спорта «Триумф» для участников активного долголетия прошел физкультурно-оздоровительный фестиваль. На занятии по дыхательной гимнастике спортсмены поделились результатами и рассказали о пользе тренировок. Подробнее узнала Анастасия Кладинова. Дыхательная гимнастика улучшает общее состояние организма. При регулярных занятиях она укрепляет иммунитет и снижает вероятность простудных заболеваний. А также вырабатывает определенный ритм дыхания, который облегчает нагрузку на организм при занятиях спортом. Она необходима нам просто для качественной здоровой жизни. В какой-то момент, когда мы стрессуем, происходят ситуации, когда дыхание сбивается, природный естественный ритм. И в нужный момент, как рассказывают наши участники, тело вспоминает, когда нужно выдохнуть, когда надо часто дыхать, как дышать, когда нужно, сделать паузу. На занятиях по гимнастике дыхания используют разные практики и медитации. Самый популярный – метод Стрельниковой. Шумный вдох и выдох через рот. Для ритмичности добавляют хлопки и топот. После часового занятия каждый ощущает чувство легкости. Очень здорово, очень хорошо. После занятий такая легкость, очень хорошо помогают. Все занятия. Прям летаем. Прям выходим, и уже такая легкость какая-то приятная. У нас есть такое упражнение, когда мы хохочем. Мы поднимаем руки и хохочем. У меня не получается. Я всегда хочу как-то истерически. У меня как-то такое волнение получается. Присоединиться к занятиям может каждый желающий. Они проходят в спортивной школе Олимпийского резерва по адресу Октябрьский проспект 349А каждую среду в 11:00 и в воскресенье в 13:00. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.